Всем привет, меня зовут Олфенгран, и на этом обзоре я расскажу про вот такую вот фигурку Minecraft Funko Pop. Наконец-то выпустили фигурки из героев из Майнкрафта, и сегодня, сейчас у нас на обзоре Крипер под номером 320. Так вот. Мы сейчас достаем нашего крипера. Вот такой вот крипа. Зелененького цвета, как в Майнкрафте. Четыре ножки. Двигается только тело и голова. Здесь лицо крипера. У него большая башка такая. Сам крипер весь в пикселях. Такой вот герой взрывоопасный. Так, если вам понравился этот крипер, и вы тоже захотели себе такого, то вы сможете найти его и купить на сайте jmstyle.com.ua. С вами был Олфенгран, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока!